Девчонки, сижу, вышиваю. И вот мой Рэмбо-кот умывается, тоже лежит как лорд. Вот это его место. Ой, извините, пожалуйста. Это его личное место. Он всегда вот... Вот я сижу на одном краешке дивана, а он вот всегда ложится на этот краешек. И всегда вот тут вот принимает свои водные процедурки. Вот так вот у него все происходит. Вот такой Рэмбо-кот. Рэмбо, 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 ну все, он весь в умывании, ничего не слышит, ничего не видит. И вот мой творческий беспорядок. Вот органайзер тут лежит, всякие принадлежности. Схемка там уже одна зачеркнута. Вот такое купила полотенечко с такими петушками, очень прикольными. Сейчас, секундочку, вам всем покажу. А, ну вот так, типа, да, смотрится. Вот такие петушки. Эйфелева башня. Насколько я понимаю, ну да, слушайте, даже не поняла сразу, что тут Эйфелева башня. И я этим полотенечком накрываю вышивку, так как моя вышивка... Ой, извините, прошу. Всегда на станочке, чтобы она не пылилась. Вот. И снежный котик конкретно в процессе. Надеюсь, что все-таки до воскресенья тот кусочек, который я обещала, я доделаю. Вот еще Рэмбо-кота вам покажу. Вот он умывается. Вот мальчик. Вот все, уже умылся. Лег отдыхать. Всем пока. Всего доброго.